Итак, команды готовы, начинаем! Партизан 3, Шарахань! Очень активно начали команды. Шарахань потерпела поражение в своем первом матче против Медвежьей Пяти. И сейчас пытаются очень активно действовать в ресталище. Так, и вот уже один участник вне игры у «Партизана». И какая глоруба тут идет, а? Очень мощные удары. Искры идут от оружия, буквально. Какие моменты сейчас и чуть было. Не удалось отправить за ресталище соперникам, участникам от «Партизана». Мощные удары. Сзади по защите, на ногах. Стоит пока участник от «Партизана». Так, пока лишь один участник игры. Вот еще одно падение. Причем такое массовое. Нет. И тот, и другой. И все, тут уже подустали. Участники от «Партизана», Шарахань. Активно в этом бою команда из Украины. Ну и посмотрите, такие вот интересные шлемы у команды Шарахань. Они в камеры встроены. И стоп, останавливает матч арбитры. И вот пытаются сейчас партизановцы пойти в опанку сразу же, показать, кто в доме хозяин, кто в ресталище хозяин. Прошу выходить крепкий орешек. И какой прием борцовский! И правда, оба умирают. И вот еще один! Игрок «Партизана» вне игры. И вот сейчас в формате 4-3 в пользу Шарахани продолжается этот бой. Да, тяжело «Партизану». И падение. 3-2. 3-2. Шарахань пытается задержать победу во втором раунде. Итак, 2-1. Концовка этого боя. Шарахань близка к победе. Но бывают и невозможные сложившихся тяжелых ситуаций. И победу надо еще завоевать. Пытается моя «Партизана» тут подсечку сделать, не дает. И тут, конечно, измотали уже физически шарахановцы. Держится из последних сил участник «Партизана». Вдвоем его